Смертельное ДТП в Бендерах. Накануне скорая на переходе сбила пешехода. Сегодня он скончался в реанимации. Как произошло ДТП, камеры все зафиксировали. Неотложка ехала на вызов с маячками, но без спецсигнала. В это время по зебре шел мужчина. Скорая ударила его боковым зеркалом. Он упал. В больнице диагностировали серьезные травмы. Переломы, сотрясение, разрыв внутренних органов. Как пишет пресс-центр МВД, дорога на участке, где произошло ДТП, не была освещена. Пешеход в темной одежде. Машин в попутном направлении не было. Водитель неотложки мог избежать аварии. Сегодня дело передали в Следственный комитет.